Всем привет, ребята! Сегодня мы будем снимать видео с ТикТока, будем проверять лайфхак. Говорят, если взять мишек, положить какую-то тарелочку, залить прайтом и поставить куда? И куда-то поставить, холодильник, наверное, то желейки станут больше размеров. И сейчас мы это проверим. Берем мишек. Берем сколько где-то. Еще два таких. Два таких и два таких. Решил поменять посуду, ну, потому что они, если вырастут, будут большие. Заливаем спрайтом. Раз, два, три. Шипение. Ставим на сутки в холодильник. Ну что, 24 часа прошло. Будем смотреть, выросли. Уже видно, что выросли. Давайте достанем вот этого, мне кажется, он большой будет. Ого! Такой жирненький. Какой скользкий. Сейчас для сравнения померяем. Тут логично. Как говорится, экономим. Я один попробую. Давайте вот этот. И давай вот этот. Но... Это твердое, а все остальное как желе просто. Сколько, намного, сколько здесь этих грамм? Смотрите, какие раньше были, какие сейчас. Теперь выпиваем спрайт. Без газов. Мы сейчас поставим морозилку на несколько часов. А потом будем пробовать. Вот и прошло у нас 3 часа. Сейчас будем пробовать. И я. А я. Вот этот возьмем. Холодный и слишком замерзлый. Ну, есть ты можешь, но зато больше стали. Прям такие. Лайфхак с ТикТока рабочий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и на Инстаграм. И всем пока-пока!